Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях вот такой вот это утюг, или не знаю, там паровыпрямитель, или ну паровый утюг от компании Lofans. Это компания, я так понимаю, из экосистемы Xiaomi. В коробке у нас шел вот такой вот переходник, положили. Покупал я его в магазине JD, сейчас мы его распакуем, немного им попользуемся, и я уже расскажу, как впечатление. То есть, скорее всего, я его отдам жене, жена попользуется и расскажет мне свои впечатления. Коробка вот такая, то есть ее, если откроешь, уже не закроешь. То есть, иначе я не вижу здесь, как ее открыть, чтобы не пострадала она. В общем, открываем. Так обычно делают, если внутри еще коробка. Но нет, здесь еще одной коробки нету. Вот так выглядит упаковка. Достаем паровыпрямитель этот. Что еще у нас здесь? Все высыпалось. Больше у нас здесь ничего нету. Так, и давайте смотреть, что же нам пришло. Я так понимаю, это баночка, куда мы заливаем жидкость. Причем в ней, видите, как пар, то есть конденсат, образованный конденсат. Вот, открывается она, так, не открывается, нет. Здесь вот такая вот резиновая пробочка, в которую мы через какое-то отверстие мы заливаем водичку сюда. Так, пробочка вот так закрывается. И вот такой вот контейнер. Далее у нас здесь просто замотан провод. Провод такой хороший, как мягкий, но у сетевых, нет, не у сетевых, у кого? У фена. У фена такой же вот провод у Xiaomi. Тоже резиночка обтянут. Вот, и давайте посмотрим инструкция. Инструкция меня просто интересует, есть ли тут английский язык. Так, или все чисто на китайском. Все чисто на китайском. Ну, в JD часто такое, то есть JD, хотя есть там и глобальные версии, но часто можно встретить только китайщину. Инструкция полностью на китайском, поэтому разбираться будем самостоятельно. И смотрим на наш, достаем его, вот так он выглядит. Спереди у нас, то есть здесь у нас надпись, снизу у нас какая-то дырочка, не знаю, сброса, не сброса, или это корпус, крепление корпуса, вот такая вот. Отверстие какое-то маленькое. Ну, наверное, это для какого-то разбора корпуса. Наверное, через это отверстие подковырнуть, чтобы подкрыть вот эту вот штуку, заглушечку. С обратной стороны у нас надписи. Надписи GT302RW 1200 Вт, 50 Гц, 220 Вольт. Кнопочка, я так понимаю. А, не кнопочка, это фиксируется, будет нашу фиксировать баночку, чтобы мы правильно ее установили. Тоже какая-то надпись на китайском. Спереди он выглядит вот так. Ну и кнопка одна, кнопка. Щелкается с приятным щелчком. Давайте посмотрим, как он крепляется. Вот так вот он подключается, и вот так вот он выглядит. Теперь мы его вручаем жене. Сейчас вы можете услышать и увидеть, как он работает. Итак, погладив несколько вещей, процесс вы видите на экране. Жена ответила, что вещь очень крутая и разглаживает намного лучше, чем обычный утюг с паром. На примере глажки рубашки жены она сказала, что гладит отлично, но на примере своей рубашки я бы не сказал, что я заметил какой-то разницы. Хотя, возможно, это из-за кроя самой рубашки, потому что она сделана так, как будто примята. Итого, жена очень довольна приобретением. Мы гладили, подвесив рубашку на тремпеле, но позже попробовали на гладильной доске. Да и просто положив вещи ребенка на ровную поверхность дивана, проглаживались они очень хорошо. Можно погладить вещи за пару минут. Одного контейнера воды достаточно, чтобы погладить 5-6 вещей взрослого человека. Вывод жены, что это идеальный утюг для однокомнатной квартиры. Занимает меньше места, чем обычный утюг. Можно гладить на любой поверхности, хоть на обоях, хоть на диване, хоть на кухонном столе. От
отпадает необходимость в гладильной доске, плюс после глажки нет необходимости ждать, пока остынет утюг, что добавляет безопасности, если в доме есть маленькие дети. Устройство работает и работает хорошо, для себя минусов мы не нашли. Если вы нашли минусы или у вас есть какие-либо вопросы, задавайте в комментариях. На этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!